Привет, с вами Русский Пельмень. И сегодня, наконец-то, я буду открывать целых 100 стардропов. Это капец много. Давайте начнем. Первый. Эпический, да, блин. Ну, нормальный. Серьезно, редкий. Сверху редкий, ну. Блин, да что с бравой? Молод. Сверху редкий. Вторую же. Вольт. На вольте звучит. Эпический. Ни одного мифического, серьезно. Ой, ё-моё, это что? Нет, спасибо, я вот это не буду. Мифический? Чё, легендарка? Хотя перс. Кто это? Да, блин, не перс. А жаль. Очень жаль. Хотя скин прикольный. Сверхредкий. Ну, не удивительно. Ну хотя бы один перс из 100 выпадет. Ну должен же выпустить. А что такое, блин? Ты что, издеватель? Серьезно, сверхредкий? В смысле? Какого фига? И все еще не выпал персонаж. Мифический. Буду молиться, чтобы это был перс. О, хотя бы это был перс. Хотя бы перс. И что теперь? Очки силы, ну блин. Да неужели ни одного перса? Серьезно, мне даже из мне как копейки падает перс. Почему перс станет полный перс? Все мои персы. Да сколько тут редких? Тут реально будет дофигища редких? Это шутка какая-то? И вот ради этого я ждал, блин, эти 100 стардропов, вы издеваетесь, а? Внучки. Да они издеваются, ни одного перса. Открывал уже 3 минуты, это как одна мегакопилка. А мне все еще перс не выпал. Это ненормально, из мегакопилок всегда персы выпадали. Из мифических. Да какой фига? Ну понятно, говнище полное будет. Да что ж такое? Не, ну это издевательство. Спасибо, разработчик. Ну, супер, сверхкрепкий. Ой, хотя бы не выпустил. Ну, буду надеяться, что выпадет. Ну, что-то у меня уже сомнения пошли, что мне... Эпик. Что-то нормальное. Да зачем мне дофигища значков, мне перс нужен. Серьезно, из 100 не выпадет ни одного перса? Да ладно! Блин, скин. Скин. Я уж обрадовался. Думал, перс. Это думаю, что 8 перс? Вот это издевательство. Что я понял. Ну хотя бы один перс.
Вот это я ждал, ребят, со вчерашнего дня. Кайфический. О, хотя бы перс. Пожалуйста, персонаж. Ставьте лайк, подписывайтесь, и вы будете перс. О, персонаж впереди. Да какие очки силы. Да у меня и так много фигища. Ну все, Суперсел, я обиделся. Что за фигня, блин? Пиндишь, понял, падал. Да зачем мне очки силы? Даже мне монеты даже нужнее этих очков силы. У меня этих очков силы 4000. Разработчики. Серьезно, если у меня один перс не выпадет, у меня будет депрессия просто. Потому что это совсем не так. Рэкси. Редкий, эпический. Да зачем эпический? За что очки силы? Суперсел. Дайте мне перс. Все, я обидел. Мне одни диски падают. О, мифический. Хотя перс выпал. Пожалуйста. Монетки. Это хотя бы лучше, чем очки. Ну не перс, да блин. Серьезно, ни одного перса. Я уже две мои мега-копилки, получается, открыл, а мне ни одного перса не вот. Так это ненормально. Эпик. Да блин, дайте мне перс. Да зачем мне эти очки дебильные? Я даже спины нужнее. Суперсел. Дайте мне перса. Вы что, издеваетесь? Какие сверхредкие. Я ожидал что-то больше. Ну уж точно не вот это. Ну какие редкие. Мне перс нужен, а у меня тут редкий подсолнух. Дайте мне перс. Супер, съел. Да какой значок? Вы что, издеваетесь, что ли? Мифический. Опять буду проводить обряд, чтобы там выпустил. Опять, пожалуйста. Иди. Я уже штук 5, наверное, этих мифических открыл, мне ни одного перца. Я упаду в депрессию, если мне не выпадет. 5! Да разработчики! Я уже 4 мегакопилки открыл. Они там шансы суперсел понизили, что ли? Или что? Ну хотя бы блинки, хотя они немножко практически не нужны. Я даже не знаю, что потратить. Ну знаю, потому что я их потратил. Ну нафига очки силы. Там, наверное, в последнем старбурке только перс выпить. Редкий. За что? Суперсел, ты чё? Кто меня пробует? Да сколько редких, блин? Сколько?
Вообще мифический выпал. Почему мне этот эпик? И монеты выпали. Это все, я на суперсил обижен. Мне ни одного пирса за 10 минут не выпало. Ну, помню. Легендарный, вот надо теперь молиться, что перс, потому что у него больше шансов, что перс. Тумба-юмба, 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 ооо, что это? Дублин! Ну прикольный, конечно, скин, но лучше бы мне перс выпал. Да супер, все, вообще. Они надо мной издеваются. Серьезно, ни один перс не выпал. Вот, да не может такого быть. Да не может быть, что со 100 стардропов не выпадет ни один перс. Или может? Ну, если это продолжится, может. У меня даже нет сына. Ну зачем мне эпические? Они мне не нужны. Значки падают. Значки мне практически и не нужны даже. Это сколько эпических? Дайте мне уже мифические монеты. Все, быстрее. Ты обидишься. Ну, блин, не один перс. Еще полный. А самый невезучий, мне ни один перс не выпал. Это вообще мифический. Зачем мне значки? Они мне не нужны. И перс нужен. Там еще осталось, я даже не знаю. Ну я уже открыл 6 мегакопилок где-то. Получается. А мне не выпал перс. Мне одни скины вот падают. Это не перс, нужны скинов. Разработчики. Детки. Мифический. О, хотя бы легендарный. Мне больше шансов на это. Блин, ну опять надо будет вызывать перса. О, перс, приди. Вы что, издеваетесь? Какие 500... Разруки, разрушечки. Какие 500 монет? Да нафига сверхредкие, эпические, редкие? Уберите эти редкости, из них ничего не падает. Блин, а некоторым там легендарные пирсы, наверное, падают. А мне ничего. Ну круто вообще, бастет. Ну, не нужны мне очки силы, у меня их вот так дофигища. Ну, 30 вот этих сейчас. Может, мне хотя бы вот сейчас 100 кредитов лучше хотя бы выпал. Ну нет, ну зачем очки силы? Блин, зажрись. Ты сколько тут отключишь? Да у меня даже его нет. Скоро стардропы закончатся, а мне реально не выпал ни один перс.
Я ожидал 5 персов. Типа каждый будет выпадать один перс. Но похоже, в мегакопилке шансы повышены. Я не знаю тогда, как это работает. Legendary. Еще одна лего. Надеюсь, что я его. Да блин! Глупо! За что? Rick. Зачем стены? Серьезно, ни один пирс? Что? Да как? Boring. Да не может быть! Ни один пирс не выпал, это ненормально. Одни скиллы и значки. Капец. Сейчас я открою 100 стардрухов Dumbling Stars. Если там персы не выпадут, то я буду в шокированном состоянии просто. На основном аккаунте мне вообще не повезло. Вот всем падают персы, а мне нет. Почему? Суперселлы, блин. Зачем мне скины? Мне персы нужны. Мне скины не нужны, они у меня есть. Ну это капец, блин. Сгибайтесь. Чак-чак. Сейчас буду забирать. 100 стардропов, это на другом аккаунте. Ну тут хотя бы один перс-то должен. Если не выпадет, но это уже капец какой-то, блин. Потому что тут 12 персов. Редкий. Давайте быстро будем открывать. Иконка. Ладно. Я быстро буду нажимать сейчас. Сверхредкий. Эпический. Ну пока тоже ни одного пирса. Серьезно? Проклятие какое-то. Мне даже тут не осталось. Кто меня проклял? Признавайтесь. Очки силы. Даже на этом аккаунте ничего нормального не падает. Нет, на том хотя бы скины падали, но тут... Что-то как-то... Смерть. Да, день, конечно, у меня сегодня очень везучий. Ну, око. Серьезно? Серьезно, все. Тут даже скинов не выходит. Они редкие. Не, ну реально. Спасибо, разработчики. Тут вообще почти все редкие. Ну, эпический. Не мифический нужен. Мифический нафиг не нужен. Сверхредкий и редкий. За что эпический? Да зачем мне эти значки? Они мне не нужны. Легендарный, наконец-то, первая легендарная. Ну, там же перс, нет? Да ладно, вот тут перс, ну ничего удивительного. 12 бойцов, не удивительно, что тут перс. Всего лишь 12, там-то 43. Правда, всего лишь там. Ну, пока только бой не выпущу. Эпический. Сколько там монет уже? Еще эпический? Не ломательный мифический. Оружие.
Репки. Давайте быстро будем скинуть, чтобы побыстрее было. Мне что-то надоели. Пиццей. Что там? 8 пиццей. Так у меня его даже нет. Да уберите, пожалуйста, этих троих, блин. Они тут не нужны. Или сделайте, чтобы они падали на пиццах, которые у тебя есть. У меня тут нет пиццей. Редкий! Ой, я значок проскипал. Ладно. Ну, уже ничего страшного. Ну, 10 этих штук. Это что, бесконечно будет? Да ладно. Реально редкие только будут. Сверхредкие. Да можно мифического хотя бы? Да какой эпический? Мне перц еще один нужен. Тут я серьезно только одного перца буду. Да. А ведь я ожидал вчера. Ну, похоже, зря ждал, потому что, ну, скин на бону. Ну, чтобы хотя бы перс редкий выпал. Мне тут даже не все редкие разблокированы. А мне даже не редкие. Ладно. Суперер. Эпический, да? Нет! Зачем? Петр Олегович, ну... Хотя бы на Петра Олеговича вышло. Это, кстати, моды, поэтому... Петр Олегович. Вертек убежал в школу. Ну, эпический, да зачем? А ведь некоторым 3 легендарки выпало с этих стартер дропов. А мне даже на этом аккаунте только 1 перс выпал. Я думал, 5 будет, 5. Но нет, ошибался. Разработчики понизили шансы за чем-то. Ну понятно. Легендарный еще один. Ну, надеюсь, перс. Издеваются. Какой гиперзель отношения? Он уж не на 11-й. Не, уберите гиперзавет. Не практически бесполезно и бесит. Все, я обиделся на тебя. Еще один легендарный? Второй подряд? О, уже... Да блин, скинь. За что? А кокольц. Верхредкий. Верхредкий. Ой, там не побывает. О, мифический. Блин, это было это. Да, они реально шансы на первую победили, я не знаю вообще. Раньше тут вроде бы 20 стартов хотя бы падало. А, там в мегакопилке-то, наверное, шансы повышены. Понял. В мегакопилке там шансы повышены и все, а понижены. Да зачем мне скины, мне перс нужны? Зачем мне этот панда? О, мифический, надеюсь. Это же перс? Да. Ну что, совсем?
скин за 29 гемов? Электрического, да? Не прикалываюсь. Петрусов просто смеется надо мной. За что мне такое? Не деньги. Все, один персупол. Круто вообще обоссаться. Один перс, ну... Ой, все. Я обиделся на суперсел, ну, кукиш, полный говнюк. Мне только, даже на этом аккаунте только одного перса дал, а всем дал легендарных бойцов. О! Кстати, почему интро не было, просто не ставил. Концовки не будет.